и люблю тебя. Рученьки твои люблю. Ножики твои люблю. Ножики. Всю тебя люблю. Моя паночка. Всю тебя люблю. У тебя же нет сердца. А зачем мне сердце? Ведьма. Ведьма. У тебя есть сердце? Это мое сердце. Нам одно сердце на двоих нужно. Это мое сердце. Это мое сердце. Дай мне свое сердце. Это мое сердце, ведьма. Пошла путь. Это мое сердце. А вот пойду я в чистое поле. И я в чистом поле черный ворон. Прошу черного ворона, чтоб слетал он за глубокие моря, за болота, за леса. Нашел бы он окаянную силу, и вложила бы она рабу Божьему хамей своих уст окаянных, чтоб не мог он без паночки своей ни жить, ни быть, ни пить, ни Я ужасно рада вас всех видеть. Спасибо, что вы пришли. Когда-то, это сейчас уже такая смешная история в моей семье, которая вспоминается, что я-то, оказывается, была всегда артисткой. Это как уже сейчас мои родители говорят. Конечно же, это не так. Но тем не менее, когда в нашем доме собирались гости, я оказывалась почему-то на гладильной доске, будучи маленьким ребенком, и пела в воображаемый микрофон «Миллион, миллион, миллион алых роз». Мои родители это обожают вспоминать и говорят, что вот тогда-то на самом деле и началась моя актерская жизнь, моя актерская судьба. Я, естественно, этого ничего не помню. Но, тем не менее, у меня вообще достаточно творческая была атмосфера в семье, потому что мой папа, он прекрасно поет, он пишет стихи, и он всегда говорил, что вот то, что не сложилось у него, то сложилось у меня. И как бы он мечтал быть артистом, но так сложились обстоятельства, что артистом он не стал. Я даже не могу сказать, откуда это пошло, потому что мне это сейчас кажется, уже сейчас, с высоты своего возраста, мне кажется, что все случайно в моей жизни произошло. Но, как говорят умные люди, что все случайности, они не случайны, а скорее закономерны, поэтому, наверное, это какая-то смесь всех кучи какой-то, каких-то энергий, и прекрасных, и сложных, потому что я родилась в Дагестане, это там тепло, это другая энергия совершенно, и я, наверное, теплая, потому что я южанка вообще по своей организации какой-то нервной. При этом с 12 лет я живу в Москве, которая более холодная и более закрытая. И вот эта смесь моей какой-то южной теплоты и московской холодности, вот она дает такой результат. Вот я такая, какая я есть. Виктория, вы были студенткой последнего курса Олега Николаевича. Расскажите, пожалуйста, о ваших студенческих годах. Что запомнилось больше всего? Я думаю, что каждый человек в моей жизни, в моей творческой жизни, это педагог, да, своего рода. Это режиссеры, это партнеры. Это вообще театр как организм. Это педагог серьезный. Конечно же, все началось с института,
И в моем случае это была невероятная удача. Просто невероятная удача оказаться в нужном месте в нужное время. Как говорят, что это самое важное, наверное. И вот у меня это самое важное случилось в самом-самом-самом начале. И, наверное, когда я пришла в институт, я этого, ну, не очень это понимала. И это с годами, с возрастом и с течением времени все больше и больше я это понимаю, что мой старт уже давно достаточно, это было в 95-м году, что старт, он был какой-то, ну, невероятный по концентрации талантливых людей, которые окружали нас. В первую очередь, это, безусловно, команда людей, которые, в общем, которых даже представлять не нужно. Это Олег Николаевич Ефремов, который был мастером курса. Это Алла Борисовна Покровская, которая была одним из главных педагогов. Роман Ефимович Козак, которого, к сожалению, уже нет с нами. Дмитрий Владимирович Брусникин. А также у нас преподавали, ставили спектакли, делали отрывки с нами. И Панин, которого тоже, к сожалению, нет с нами, Феклистов, и много-много педагогов, которые так или иначе принимали участие в становлении личностей. Вот я не могу сказать, что это было что-то конкретное, что мне там говорили, вот ты должна ходить так, или сидеть так, текст читать так, петь так. Никто не говорит тебе ничего конкретного, ты можешь только научиться. Можешь насмотреться, насмотреть спектакли, кино и так далее, и так далее, и увидеть, как работают другие артисты. Но научиться, вот научить тебя конкретно каким-то техническим вещам, в общем-то, не могут. Это даже больше, наверное, связано с этикой поведения. Когда ты понимаешь, как важно отличать по-настоящему талантливое и большое, и серьезное, и как это вычленять, и как понимать, что ты можешь для себя взять из этого. Вот это, наверное, самое главное. Какой-то человеческий талант, который только приобретается, когда ты находишься рядом с важными и по-настоящему большими людьми. А если говорить о продолжении, и из нас сделали студию молодых актеров при МХАТ имени Чехова. Эта студия просуществовала 2 года, и так как Олег Николаевич Ефремов на тот момент был художественным руководителем театра, то есть моя студенческая жизнь продолжилась. А Роман Ефимович и Дмитрий Владимирович Брусникин и Козак, они сделали эту студию. И продолжали с нами заниматься, продолжали делать спектакли, продолжали нас как-то развивать. Поэтому мы еще достаточно долгое время чувствовали себя детьми и студентами. И возможно, что я перестала чувствовать себя ребенком в смысле профессии, только когда, наверное, не стало Романа Ефимовича. Потому что это как ты, когда теряешь родителей, понимаешь, что ты стал самый взрослый. Вот такая же история была с Романом Ефимовичем Козаком, потому что я потом перешла в театр имени Пушкина, в котором Роман Ефимович был художественным руководителем долгое время. И вот когда его не стало, я поняла, что такое по-настоящему взрослая жизнь. Потому что до этого все мои поступки, все мои решения, выбор ролей в том числе, и вообще какое-то существование в профессии, оно было под покровительством режиссера. И когда его не стало, конечно, я поняла, что такое, когда ты один, и когда ты сам принимаешь все решения. Вот. А с Аллой Борисовной Покровской до сих пор, ну, к счастью, это очень нежные, очень трепетные отношения, и до сих пор, когда она приходит на спектакли ко мне, я ужасно волнуюсь, как будто бы я ничего не могу, и вот пришел человек, которому мне важно показать, что на самом деле она недаром потратила время, и точно так же с Дмитрием Владимировичем Брусникиным, что время, которое они потратили, вот этот долгий-долгий период, когда учили, когда чему-то пытались что-то в нас вложить, что оно не зря потрачено, и что вот он результат, и, пожалуйста, увидьте это. Конечно, я дико волнуюсь. Ну вот. Вот так. Виктория, после учебы вы приходите в МХАТ, где на сцену выходят короли и королевы актерского мастерства, такие как Вячеслав Невинный, Ия Савина, Смоктуновский. Скажите, пожалуйста, как вы на них смотрели? Спрашивали ли совета? Или они были для вас недосягаемы для молодых актеров? Спасибо. Нет, я не могу сказать, что были недосягаемы. Слушайте, странная история происходит вот с тем, как было тогда, когда я только закончила
институт, и с тем, что сейчас вот с ребятами, которые учатся в институте, приходят к нам в театр и вот там играют в каких-то спектаклях. У нас, и у меня в частности, была такая штука, вот ей, наверное, никто нас не учил, и никто не заставлял вести себя с каким-то пиететом, относиться к людям, которые работают в театре. Это было как-то само собой разумеющее, что вот есть они, а есть мы, и возможно, что мы будем со временем приближаться. Это как-то было само собой разумеющееся. И я помню, что один из первых моих спектаклей на большой сцене, это было, мы играли эпизоды в спектакле, где главную роль играла Ира Апексимова. И она с такой легкостью нас приняла, и она перед каждым спектаклем нам что-то там говорила, и мы смеялись, и она угощала нас какими-то булочками, какими-то конфетами. Что-то такая была какая-то и дистанция, вроде бы она должна бы исчезнуть, но все равно это невозможно. То есть все равно, как бы невозможно абстрагироваться от того, что это артистка, которая сыграла огромное количество ролей, которая уже много чего достигла. А мы пока только студенты, и я помню, что мы на нее с такой любовью смотрели и с таким восторгом. Это сейчас я уже могу с ней как бы по-дружески общаться. А тогда это был невероятный какой-то восторг, что она вот она рядом, и она с такой легкостью с нами, со всеми хихи, ха-ха, и такая девчонка совсем. А сейчас студенты, они как-то иначе общаются, у них такая свобода сейчас, и нет этой дистанции. Я понимаю, что они, в общем, могут там, привет, там, что-то, ну, как-то с легкостью общаться. Я не знаю, что хорошо на самом деле, а что плохо. Все равно я до сих пор испытываю чувство трепета, когда оказываюсь в компании большой артистки или большого артиста, от которого я понимаю, что я могу что-то взять, чему-то научиться. И я до сих пор, несмотря уже на какой-то опыт, продолжаю впитывать. Я не могу сказать, что мы смотрели как на небожителей, но, конечно же, это счастье, что я оказалась вдруг на одной сцене и с Невинным, и с Савиной. Это счастье. Но они были достаточно такими жесткими, да, достаточно жесткими и жестокими. Я вот помню, что как-то и Савина сказала, что я не помню, в каком контексте, но это было в театре, на сцене, и она сказала, что она была всегда очень жесткой, очень такой, ну, без сентиментов каких-то. И на сцене была всегда очень жесткой, очень конкретной. И она сказала, что партнеров надо обижать и оскорблять по-настоящему. Вот так, чтобы у партнера не было ни секунды сомнений в том, что это происходит по-настоящему. Вообще театр — это настоящая история. Это возможность по-настоящему прожить много жизней, да, у нас, у артистов. И когда ты веришь, что это все, что происходит здесь и сейчас, это по-настоящему, это потрясающая история. Вы оказались в театре имени Пушкина на тот момент, когда он был не самый популярный в Москве? На тот момент, когда я оказалась в театре Пушкина, вообще было очень мало популярных театров в Москве. Дело в том, что когда я закончила институт, меня приглашали в театр Пушкина в труппу, но так как было предложение от Московского художественного театра, то, соответственно, я, естественно, выбрала его, потому что это мои педагоги, потому что это лучший театр, и потому что это всем хотелось в МХАТ. На тот момент мы закончили школу-студию МХАТ, и это был как бы плавный и очень правильный переход, что ли. И в театр Пушкина, тем не менее, в театр Пушкина я вернулась через несколько лет уже как актриса именно этого театра. И когда туда пришел Роман Ефимович, а мы вместе пришли туда, когда туда пришел Роман Ефимович Козык в качестве художественного руководителя, там все стало меняться, потому что Роман Ефимович был, в общем, новатором, в общем, человеком, желающим привести зрителя в театр, и человеком, желающим увидеть
вот этот обмен энергии, да, когда театр не какое-то искусство, ну ладно, к нам не ходят зрители, но ничего, зато мы-то понимаем, что мы делаем великое искусство. А ему как раз-таки хотелось, чтобы пришел зритель, и чтобы это было, скажем так, каждый слой зрительского интереса был, был им охвачен. Есть эстетский зритель, который хочет какие-то сложные, очень немассовые спектакли, а есть зритель, который хочет комедии, хочет просто прекрасно провести время. И вот Роман Ефимович пытался охватить все эти желания зрителей. Когда мы еще работали в Амхате, Роман Ефимович познакомился с Кириллом Серебренниковым. И я помню, что Кирилл Серебренников еще тогда не был тем Кириллом Серебренниковым, о котором мы теперь знаем, и который один из самых любимых режиссеров, и популярный режиссер, и очень талантливый, и кинорежиссер, и театральный режиссер, и режиссер, у которого есть уже свой театр. На тот момент это был молодой парень, который приехал из Ростова, который только делал какие-то свои первые шаги, и он сделал первый спектакль «Пластилин» в Центре режиссуры драматургии в Музее Высоцкого. И Роман Ефимович привел Серебренникова в Амхат к нам на спектакль и сказал мне, что это режиссер, который перевернет вообще наше понимание театрального, театральной жизни. Как только Роман Ефимович получил театр Пушкина в свое руководство, один из первых режиссеров, которого он позвал, это был Кирилл Серебренников. И на малой сцене мы сделали тогда спектакль «Откровенные полароидные снимки». Это был эксперимент для всех нас, и для театра, и для Романа Ефимовича, и для артистов, который, в общем, эксперимент, который сполна себя оправдал, наверное. Мы все, целое поколение артистов выросло на этом спектакле и с этим режиссером. Вот. В общем, это происходило как-то очень естественно, что я развивалась вместе с театром, в который пришла. Я пришла в атмосферу абсолютной любви, абсолютного доверия, и когда все пытаются сделать что-то по-настоящему прекрасное, и, в общем, ничего не изменилось. Я выросла, выросло целое поколение артистов, которые были молодыми на тот момент, и которые сейчас уже взрослые и даже в какой-то мере маститые. Но вот эта атмосфера любви, она как была, так и осталась. Атмосфера команды и театра дома как была, так и осталась. Как не было каких-то дрязг, грязи, зависти в нашем театре, так это и осталось. И это, наверное, то, что больше всего меня удерживает в этом театре. Это театр, который вырос вместе со мной. И еще есть совершенно потрясающая история в этом театре. На сегодняшний день труппа театра имени Пушкина в основном состоит из учеников Романа Ефимовича Козака. Сейчас уже добавляются ученики Евгения Александровича Писарева, который тоже преподает в школе-студии. Но это все равно в массе своей это люди, которые... В общем, это одна школа, это не простое слово «одна школа». Это люди, которые говорят на одном языке, это люди, которые друг друга понимают, которые друг друга чувствуют. И когда мы оказываемся в ситуации разбора, репетиции, придумывания нового спектакля, в общем, мы говорим на каком-то нам понятном птичьем языке. В общем, нам не нужно раскладывать все друг другу по полочкам. Как-то мы друг друга чувствуем. И поэтому это, конечно, очень важно. Это важно, когда это люди с одной группой крови, в общем, если можно так сказать, образно. Вот. Виктория, в вашей жизни появился Кирилл Серебренников. Чем ценен для вас этот режиссер? Легко ли вам говорить на его языке? Это такая любовь с первого взгляда на всю жизнь, потому что это режиссер, который точно знает, чего он хочет. Вообще, актерская профессия такая штука коварная. Ты все время идешь к тому, чтобы тебя стали узнавать на улице, чтобы на тебя стали приходить зрители, чтобы тебя любили, чтобы тебе дарили цветы там, и так далее, и так далее, и так далее. А в какой-то момент это случается, дай бог, если это случается, а потом ты начинаешь понимать, что тебя используют в одном ключе. Вот у меня был фильм «Остров», в котором я сыграла девушку не совсем здоровую,
одержимую бесами, психически не совсем здоровую и так далее. И это была громкая картина, в которой была громкая роль, прозвучавшая каким-то образом. И в течение 5 лет после этого мне предлагали что-то подобное. Что-то не совсем здоровых, не совсем немножечко сумасшедших, немножечко там и так далее. Еще была картина «Точка», в которой я сыграла девушку легкого поведения. И в течение долгого времени я получала предложение сыграть там девушку легкого поведения, тут девушку легкого поведения. То есть, если какая-то роль выстреливает, то дальше тебя очень долгое время используют только в этом качестве. Так вот, Кирилл Серебренников – это один из тех режиссеров, который берет тебя как личность, которая ему интересна, как некий инструмент, да, вот берет тебя, и дальше он из тебя вытаскивает что-то такое, чего еще не видел никто до этого. Это невероятно ценно, потому что я в погоне за такими людьми. Я их как... где они, эти люди, которые из меня вдруг, которые, с которыми мы соединимся и сделаем что-то новое, что мне не будет самой скучно. Поэтому я с Кириллом Серебренниковым долго, надеюсь, что... Долго еще, надеюсь, что мы вместе состаримся в нашей творческой профессии. Виктория, в театре вы получили самые желаемые актерские роли. Это Нина Заречная, Лариса Агудалова, Раневская. Скажите, у вас есть ощущение, что жизнь удалась? Я их сыграла. Слушайте, знаете, я когда шла к вам сюда, я говорила, линия жизни – это такая история уже финала, когда я должна прийти и рассказать, как моя жизнь удалась. И как все, слушайте, как замечательно все у меня сложилось. И, в общем, на этом все. На самом деле, я, конечно же, где-то в самом начале, ну, может быть, ладно, первый метр прошла. А жизнь, она очень длинная, и я надеюсь, что у меня все, в общем, впереди. И роли — это такая штука. Я, конечно, бесконечно счастлива встречаться с таким репертуаром, мировым классическим репертуаром. Но встреча с таким репертуаром, как счастье, так и большой серьезный труд. Потому что это в этой роли, ну, я, наверное, я могу еще 10 лет копаться. И возможно, что через 10 лет я ее сыграю так, как надо бы ее сыграть на самом деле. Я не знаю. И роли — это вообще такая штука. Вот они сыграны, особенно в кино, ну и в театре тоже. В общем, вот они сыграны, и они уже как-то существуют вне зависимости от тебя. Они уже случились, и дальше вот как-то она живет, как-то ты там что-то, наверное, ты имеешь какое-то к этому отношение. Но это уже какой-то персонаж, уже вот как-то отдельно. Особенно в кино, когда ты сыграл роль, в театре ты хотя бы возвращаешься, играешь, и можешь что-то менять, а в кино ты вообще ничего не можешь менять. Вот роль сыграна, и дальше ты просто какие-то отголоски слышишь, там кто-то говорит, а кто-то говорит, о, ну, как-то там кому-то понравилось, кому-то нет. Но уже она живет вообще вне зависимости от тебя. Вот это поразительная штука, конечно, тоже профессии, когда ты в какой-то момент понимаешь, что от тебя очень мало зависит. А хотелось бы, чтобы зависело все. Вот. «Вишневый сад» – пьеса, как мне кажется, о русском инфантильном дворянстве. Вот сыграв Раневскую, вы смогли понять, за что их можно любить? За что вы любите Раневскую? И что вы и Мирзоев выдвинули на первый план вот в Раневской? Спасибо. Я вообще всегда вот придерживаюсь такого мнения, что на первый план выдвигаю не я. На первый план выдвигает режиссер, а с меня взятки гладкие. Это у меня такое желание немножечко откреститься от результата, если он не получился. Если он получился, то я всегда говорю, да, конечно, я выдвинула на первый план. Ну, я все выдвинула на первый план. Вот, значит, что касается «Вишневого сада» и Раневской, это пока... Она очень, очень молодая еще, роль очень молодая. Если так можно сказать, потому что спектакль только-только начал жить. Поэтому
не очень понимаю, что лично мне удалось выдвинуть там на первый план. А Владимир Владимирович, конечно, Мирзоев, ставил пьесу про разрушение мира и про попытку построения нового мира, который не факт, что будет идеальным. И вообще, существует ли этот идеальный мир? И его не существует, скорее всего. И люди, которые населяют его, этот разрушающийся мир, они тоже разрушаются. Раневская — это главный, в общем, наверное, главный предвестник этого разрушения, центр этого разрушения, потому что она как голова, от которой все, в общем, все рассыпается. История про это, наверное. Да. Вы сыграли и играете очень много разных женщин. И вот скажите, вот по вашему мироощущению, вот основная цель женщины в этой жизни, вот для вас лично? Я не знаю. Честно, я не знаю. Мне кажется, что... Конечно же, все очень, с одной стороны, все очень просто. Про цель женщины. Не актрисы, не бизнес-вумен, не какой-то другой женщины. Это, конечно же, любовь. Нести эту любовь, потому что женщина и есть сама любовь. Женщина – это родительница мира. Виктория, вы собрали свою копилку не только самых лучших современных режиссеров, но и самых лучших актеров в серьезных, глубоких фильмах, таких как Машков, Мамонов, Хабенский. Как вы отдыхаете, как общаетесь друг с другом и как поддерживаете друг друга? Спасибо. Да, я собрала свою копилку. Так случилось неожиданно, что все самые лучшие мужчины оказались моими партнерами. Конечно, чудо какое-то. Потому что с такими партнерами что? Ну, можно ничего уже не играть. Просто рядом там стоишь, и все, и понимаешь, что это самое лучшее. Но отдыхаем-то мы отдельно. Я вообще отдыхаю только дома. И лучше всего себя чувствую только дома. Прихожу домой к своему прекрасному мужу и понимаю, что вот оно счастье. Вот я хочу домой, я скучаю, я только там мне спокойно. Здравствуйте. Здрасте. Ой, привет. Здрасте. Вот вы снимались у Павла Лунгина в «Острове» и в «Родине», и вы говорили, что это ваш режиссер. Какие силы притягивают вас к этому человеку? Сейчас я немножечко отойду от Лунгина и немножечко про Валерия Петровича Тодоровского скажу, потому что это его история. Когда я была утверждена на картину «Оттепель», а это долго-долго-долго все происходило, мы все ждали, потому что я очень хотела это играть, мне очень нравился сценарий и так далее. И вот, наконец-то, день Х наступил, первый съемочный день, мой первый съемочный день, я на съемочной площадке, мы снимаем первый кадр, и Валерий Петрович говорит после первого дубля: «Стоп, снято!» Я говорю: «Подождите. Стоп, 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 стоп. Что значит «стоп, снято»? Я к вам 2 месяца пробовалась. Я 2 месяца билась за эту роль. А теперь вы мне даже не расскажете, что я должна делать, чтобы я вот сейчас гениально тут сыграла? Нет, давайте расскажите мне, как я должна там что-то. Потому что мне казалось, что он сейчас что-то мне такое скажет, после чего я просто сыграю так, что все умрут. А он ничего. Он говорит: «Все отлично». Режиссеры, большие режиссеры считают, что главная задача – это правильно выбрать артиста. И дальше артист уже сам поплывет по той реке, которую ты ему вот, откроешь. И что касается Павла Семеновича Лунгина,
Наше первое знакомство произошло на картине «Остров», на пробах на картину «Остров». И я помню, что я пришла на пробы к нему домой, был оператор, был партнер, который просто помогал что-то сделать. И я у Павла Семеновича спрашиваю, а там в сценарии ничего, в общем, конкретного, ничего не написано. Что она делает, почему? Просто девушка с какими-то определенными странностями. И я говорю, как вы себе это представляете, как я должна это сыграть? И он мне говорит, я не знаю. Ты что-нибудь сделай, а я скажу, то это или нет. И я, так как я была на тот момент... молодая, наглая и смелая, я что-то начала делать. И это что-то потом выросло в роль. И так, в общем, было и на съемочной площадке. Точно так же он мне говорил, ты делай, а я тебе скажу, когда неправильно. Когда неправильно, я тебя остановлю. Это если говорить о нем. А если говорить о моем с ним взаимодействии, моем отношении, наверное, это как бы такая история вопроса-ответа, потому что он мне демонстрирует всячески, как он меня любит, и какая я прекрасная актриса, и как он хочет меня всегда снимать, а я в ответ, мой организм в ответ реагирует так, что я могу с ним рядом горы свернуть. Вот какая-то такая история. Вы сыграли Марину Цветаеву, но сначала вы отказались от роли. Почему? Я не то чтобы отказалась. Я просто очень сомневалась и считала, что это я не самый точный выбор. А так как я вообще человек сомневающийся, то первое, что мне приходит в голову, это сказать, ой, не-не-не-не-не, давайте это как-то это не со мной, я бы что-нибудь мне попроще, и как-то чтобы... А потом, в общем, все-таки любопытство, наверное, пересилило. Любопытство именно относительно меня, смогу ли я и так далее. И потом там была совершенно замечательная компания. И, конечно, это иллюзия, что тебе так часто присылают какие-то сценарии, предлагают какие-то, по большому счету, важные роли. Я стала очень много читать, стала очень много... читать и дневники, и о ней, и так далее. И получается, что это, в общем, женщина, поэтесса, о которой мы все прекрасно знаем, которую мы все прекрасно знаем, любим. И казалось бы, что она живет в сердце каждого и живет в доме каждого, потому что у каждого есть домик Цветаевой дома. Как оказалось, что это женщина, которой нужно придумать. Придумать, как она ходит, придумать, как она выглядит, как она говорит, как она курит, как она сидит, как она обижается, как она злится, как она радуется и так далее, и так далее, и так далее. Но так как есть много воспоминаний о ней, то вот из этого всего собиралась вот эта женщина, которую теперь многие говорят, что они воспринимают Марину Ивановну Цветаеву именно через призму этой роли. Вот. Вообще... На съемочной площадке я очень, мне кажется, мягкая, очень, очень спокойный человек, артистка, очень спокойная. Но эта роль, конечно, не удалась так легко, потому что я была ужасно вредной. Я ни с кем не разговаривала, я ходила абсолютно закрытой, потому что невозможно было похохотать с ребятами, с партнерами или с гримерами, а потом впрыгнуть в эту роль и попытаться это и сыграть это, не задумываясь. Не получается. Роль, она все равно тащит. Это целый период жизни. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, почему современники так по-разному относились к двум великим женщинам – Ахматовой и Цветаевой? О, да, действительно. Это ведь так и было, да. Ахматовой всегда все хотели помогать, всегда ее оберегали. А Цветаевой, конечно... Вы знаете, мы как-то обсуждали это с Быковым. Как раз этот вопрос был задан, что были две великие поэтессы, и совершенно по-разному к ним относились современники. Мне кажется, что это потому, что Марина Ивановна, она не давала... себе право на ошибку. Она была
Она была бескомпромиссна в этом. Да, она самая великая поэтесса. Или не великая, самая талантливая. Да, она будет самой лучшей матерью. Она будет самой бескомпромиссным судьей. И так далее, и так далее. Мне кажется, вот эта бескомпромиссность, которую она проживала каждый день своей жизни, какие-то... и не давала себе права на ошибку. А люди это не очень, ну, не очень любят, наверное. А Ахматова, она позволяла себе ошибаться и говорила: да, я слабая, да. И всем сразу хотелось ей помочь. Наверное, как-то так. Виктория, тем, кто любит детективы, вы запомнились своей ролью в фильме «Каменская». Затем были работы в фильме «Точка», сериале «Братья Карамазовы». Как вам работается, подчиняясь воле мужа режиссера? Ой, это вообще, на самом деле, это вообще забывается. Муж это, не муж это. Есть роль, есть режиссер, есть актриса. Вот мы на съемочной площадке, я, ну, точно так же могу ругаться и говорить: нет, скажи мне, как там что-то делать. Или он на меня точно так же может ругаться. Это забывается вообще, кто там муж, кто кому брат, кто кому сват. Это вообще уже в какой-то момент жизни. Потому что сейчас я понимаю, что нет ничего важнее роли. И там муж он тебе, не муж. Вот она роль, ее надо сделать. А когда это было в самом начале, когда это была Каменская, это вот Каменская была моя первая роль в кино. И я ничего не умела вообще. Ничего не понимала, куда, чего. Это было практически параллельно. Вот мы снимали Каменскую и снимали «Дневник убийцы» Кирилла Серебренникова. Это практически параллельно. И там есть комические, как бы, и с этой ролью, и с этой ролью связаны комические всякие воспоминания у меня, истории. Но Каменская — это была... Я даже не знаю, мы все хотели сниматься в Каменской. Потому что на тот момент все студенты, все хотели туда попасть. Потому что на тот момент это был один из самых крутых сериалов телевизионных. Это был режиссер, у которого все хотели сниматься. Это была история, которую все смотрели и все обожали. И когда режиссер Юрий Павлович Мороз пришел к нам смотреть наш спектакль какой-то, а он, в отличие от многих режиссеров, к счастью, ходит в театры и смотрит, и молодых смотрит, и смотрит студенческие спектакли. И он пришел посмотреть, и он многих из нас взял. Так получилось, что у нас завязались отношения, эти отношения длятся уже много-много-много лет, и надеюсь, что еще много-много лет продлятся. Но это был бесценный опыт, потому что он меня, конечно, очень многому научил, как себя вести на съемочной площадке, как вообще понимать, где камера, где что, как тоже, опять же, где энергия в кадре, потому что в театре ты эту энергию нарабатываешь от репетиции к репетиции, а в кино ты должен бац, войти в кадр и сыграть, я не знаю, в этот момент, в эту секунду слезы, а в эту секунду смех и так далее. Никто не ждет тебя, потому что вокруг тебя десятки, там, 10 опытных взрослых артистов, звезд, и никто не будет ждать, пока какая-нибудь там молодая артистка не сможет заплакать. Ну, я не знаю, ну, какие-то такие вещи. И он меня, конечно, очень многому научил. Еще он меня научил, что это у нас тоже возникло с ним на съемочной площадке, когда я задавала этот вопрос, что как можно сохранить энергию, когда ты бесконечно, кино это ожидание бесконечное, когда ты бесконечно сидишь и ждешь, пока переставят свет, пока загримируют других артистов, пока снимут другую сцену и вернутся к тебе, и так далее, и так далее. Он мне сказал: в любое свободное время на съемочной площадке ты должна спать. Не разговаривать, не болтать, нет, потому что когда ты войдешь в кадр, ты не будешь готова. Потому что ты все, ты устанешь просто. Ты должна сохранять энергию для того, чтобы войти в кадр полной сил и сыграть то, что от тебя требуется. Это я помню, что я говорю: как можно спать? А как же я потом?
А сейчас я понимаю, что я в любую возможную минуту на съемочной площадке. Где Исакова? Она спит. Вот. А, конечно же, это счастье. Оказаться с человеком, который тебя понимает, который тебя любит, который тобой гордится. Оказаться с ним на съемочной площадке, когда это актриса и режиссер. И оказываться с ним дома. И он, конечно же, он большой режиссер, он большой человек. По-большому, вот, по, как-то я не знаю, в большом смысле этого слова. И это счастье, это моя удача человеческая. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, киношная среда со времен оттепеля, она как-то изменилась? Любовь, дружба, предательство, измены, разочарование? Киношная среда? Нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, то же самое. Просто объемы чуть увеличились. Ну, уж снимают чуть больше кино, наверное, чуть больше и чуть быстрее все. А так все то же самое. А это, в общем, то, на чем держится мир. Эрос и Танатос. Любим и воюем. Несколько лет назад художественным руководителем стал ваш коллега Евгений Писарев. Расскажите, в чем особенность режиссера и человека Евгения Писарева? Ну, во-первых, мы с Евгением Александровичем мы были знакомы уже действительно очень давно были знакомы, и мы как раз-таки и делали вместе с ним спектакль «Откровенные полароидные снимки», режиссером которого был Серебренников. Потому что Евгений Александрович был артистом и продолжает быть артистом. И когда не стало Романа Ефимовича, конечно же, хотелось, всем хотелось, чтобы в театр пришел режиссер, который этот театр знает изнутри, который понимает его изнутри и который не будет разрушать того, что удалось сделать Роману Ефимовичу за период работы в театре имени Пушкина. И Евгений Александрович казался на тот момент самым правильным выбором. И к великому счастью, он действительно самый правильный выбор. Ему, конечно, как любому режиссеру, любому творческому человеку, не хочется думать ни о каких хозяйственных проблемах, а хочется только делать, творить и делать какие-то прекрасные спектакли, которые он с успехом делает. Он с большим успехом, опять же, занимается хозяйственной частью этого театра. А театр — это такой организм, невозможно без того, чтобы у театра должен быть хозяин. И Евгений Александрович по-настоящему хозяин этого театра. Спектакль «Камерный театр», 100 лет, спектакль «Посвящение». Виктория, скажите, пожалуйста, вот что для вас этот спектакль, для вашего режиссера и для актеров? Конечно же, для нас, для всех, это была такая история, которая начиналась, в общем-то, очень как-то вроде бы не обязательно, а потом превратилась в такое высказывание мощное для всей труппы. Нас это так объединило, и для нас это было просто так важно. Я помню, что когда опустился занавес, когда мы сыграли, значит, этот спектакль, спектакль прошел всего-то два раза. Когда опустился занавес, а это железный занавес, пожарный занавес нашего театра, который в конце спектакля опускался, и это очень производит такое тяжелое впечатление. Мы все стояли в слезах, потому что это важный для нас, для всех акт человеческий. Вот так. 21 февраля 1923 года труппа камерного театра, 60 человек, погрузилась в вагоны. Как не похожа была эта дорога на мои юношеские путешествия за границу с глиняными горшочками простоквашей, заботливо приготовленными в дорогу няней. На пограничных станциях нам учиняли тщательный досмотр. Искали большевистскую литературу. Когда поезд подходил к Гардюнор, я стояла у окна в большом волнении. Снова Париж.
Александр Яковлевич, стоя у другого окна, тоже сильно волновался. В отеле, в холле, большая группа людей толпой окружила Таирова. Он рассказывал о спектаклях, которые мы привезли в Париж, и о методе камерного театра. В центре беседы, разумеется, была Федра. В Париже ни одна французская актриса и ни одна иностранная гастролёша уже годами не решаются играть Федру из пиетета перед Сарой Бернар, которая играла эту роль. Какой-то очень приятный пожилой человек подошел ко мне, отвел меня в сторонку и сказал: «Мадам! Мне кажется, вам, молодой русской актрисе, приехавшей в Париж играть Федру, следовало бы написать несколько теплых строк нашей великой актрисе, попросить ее благословения». Я от души поблагодарила его за совет, и наутро мое почтительное письмо Саре Бернар с букетом красных роз было отправлено. Многие актеры сотрудничают с различными благотворительными фондами. Почему вы решили сотрудничать с фондом «Измени одну жизнь»? В какой-то момент я поняла, что, наверное, я должна делать что-то, в чем я, что максимально отзывается в моем сердце. Потому что не хватает сил для того, чтобы заняться всем и объять необъятное. И тут появился, тут в моей жизни появились девушки, которые занимаются фондом «Измени одну жизнь». Этот фонд занимается... в нашей стране тем, что у нас, как мы знаем, у нас очень много детей-сирот. И мы пытаемся сделать такую программу, где мы покажем детей уже в более взрослом возрасте потенциальным родителям. Мы делаем анкеты, которые показывают этих детей, какие они в реальности, какие они в простой бытовой жизни. При этом фонде есть школа, которая психологической помощи потенциальным приемным родителям, обсуждение с этими родителями возможности взять и более взрослых деток. Это сейчас мы обсуждаем программу помощи, медицинской помощи семьям, которые взяли деток, которые не совсем здоровы и так далее. Вот это какая-то такая достаточно длительная история, с которой меня очень, которой я болею и которая для меня очень важна. И я надеюсь, что у нас получится что-то по-настоящему прекрасное. Это достаточно сложный процесс, когда ты оказываешься наедине со всеми, в общем-то. Это такая история, что вас много, я одна, и я не знаю, как я смогу ли я вас заинтересовать. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Я надеюсь, что вам было... Спасибо. Я надеюсь, что вам было интересно. И я очень надеюсь, что моя линия жизни, на самом деле, она где-то сейчас в самом начале. И мы встретимся на середине моей линии жизни еще раз. А потом на какой-то на 80% моей линии жизни. И мы будем вместе с вами проходить, вы свою линию жизни, я свою, и наши линии будут пересекаться.